Сколько стоит горе? Родители ребенка, погибшего в Карелии, обвинили священника в вымогательстве. Он просил мать погибшего заплатить 5000 рублей за отпевание, хотя оно входило в бесплатный перечень похорон. По словам женщины, ритуальная служба обещала бесплатно провести похороны. В перечень входили гроб, катафалк, грузчики, могила на кладбище и отпевание на месте прощания. Но уже во время прощания мать ребенка подозвал к себе священник, спросил, был ли погибший крещеным, и уточнил, что его услуги стоят 5000 рублей. Меня подозвал батюшка и спрашивает, крещеный он у вас или нет. Я говорю, у меня крещеный. И говорит, что мои услуги стоят 5000. Я отдала, конечно, но для меня это большой шок. Просто-напросто, что такое горе, и служитель Господа, умер ангел, можно так сказать, и с меня взяли деньги. Светлана также уточнила, что с других родителей деньги никто не брал, и процедура отпевания проходила бесплатно. Хотя сам священник объясняет все просто. С храмом о бесплатных услугах никто не договорился, и оплачивать нужно было самостоятельно. Ну а стоимость отпевания определяли уже в морге. Ничего не могло быть оплачено в отношении храма. У вас могло быть это самое, вам могли дать, там бывает, это зависит от, как их звать, которые вот возят, агентов. Они могли взять деньги за время, которое машина будет стоять возле храма. В этом можно, там 5000.